боев морские пехотинцы сумели вытеснить северокорейские войска из Сеула. Учитывая, что скоро им на помощь прибывает еще одна дивизия, можно надеяться, что мир и стабильность вернутся в регион. Почему одних смерть минует, а других забирает с собой? Я так и не смог найти ответ. И все-таки смерть приходит. Рано или поздно. Когда теряешь больше 6000 людей за 4 часа, очередная смерть становится просто цифрой. Мой лучший друг погиб, а остальное было неважно. В глубине души я жалел, что погиб он, а не я. Погибшие отдали все свои долги. А живые должны платить по счетам. Сегодня мы прощаемся с рядовым Уильямом Робертом Айвенсом. С человеком, служить с которым было честью для меня. Суть жизни в том, как сильно она влияет на жизнь других. Если это так, рядовой Айвенс останется для нас одним из лучших. Hamıya salam. Ve artık ikinci misiyadayıq biz. Bu loadingin getməsini gözləyirik. Dərsin və ikinci misiyaya başlayırıq. Bildiyiniz kimi dostumuzu itirdik birinci misiyada. İndi isə bizim başımıza nə gələcək? Onların şahidi olacaq. Belə. Atlas. Его будет помнить семья, друзья, соратники и народ Америки. Artık dostumuzun qəbrindəyik. Bu isə məşhur aktyor Kevin Spacey-dir. Kim bilmirsə deyirəm. Xəbəriniz olsun. Xatirəsini yad edirik, yəni hərbiçilərə aid bir tərzdir bu. İsə sıra bizdədir. Və görürsünüz, artıq bir qolu yoxdur qəhrəmanımızın. Прости, Митчел. Уилл был одним из лучших. Знаешь, мы своих не бросаем. Если тебе нужно... Простите, рядовой Митчел. Я Джонатан Айронс, отец Уилла. Уиллан атасыды. Мы скорбим вместе с вами. Я уверен в этом. Митчел, вы лучший друг Уилла. Вы оба пожертвовали для страны слишком многим. Это ужасная трагедия, сэр. Не просто ужасная, сержант. Ненужная. Сынок, я хочу дать тебе второй шанс. Митчел уволен в запас. Его раны. Я знаю о его ранах, сержант. У нас в Атласе есть протезы, которые появятся в армии только лет через 20. Уилл говорил мне, какой ты солдат. Ты заслуживаешь места в армии, которая достойна тебя. А, bize iş təklif edirlər. Подумай. Atlas şirkətində bu. Уилл не мог умереть зазря. Kişi həmin şirkətin rəhbəridir. Jonathan Ayres. Оу, оу, оу. Artıq protez qolla. Əməliyyatdayıq biz. Joker. Ölürəm də bu stealth misiyalardan ötürü. Okey. Belə. Сенсор бомбасы атмалыйыq. Авай! Хара, хара, хара. Собраться у двери. Окей. Давай, только тихо. Приготовь бесшумный заряд.
сосись с бомбанкой, малых. Не машин. А. Воу! Эль! Господин премьер-министр, мы спасательная команда Атласа. Можете назвать свой код? Зулу Танго. Окей, пожалуйста, пригнитесь, скажите поближе. Потуш. Ладно, сынок. Пророк, посылка у нас. Двигаем к выходу. Неверно. Отходите к северной подъездной дороге. Ну? Уничтожьте их. Эми, ёхту. Потуш, потуш. Он иди. Ой-ой-ой. Процесса проблем вот. Go. Ой. Брюс Ли, или мы сядем аломат. Эй, бёх. А ты видишь, мы сядем донером? Они хары сойдёт. Ой, блядь. Сейчас у меня. Call of Duty'ni demiyorlar, bütün misyalarını böyle yerde eğilip konvoyu gözlemeye var. Bir şey vereyim size, Modern Warfare'ın vaktinden. Bizim obüsü silahımızda bundan... Сенсор вар, ама сага яхшы бул. Потуш! Митчелл, болван! Да? Ты покойник. У нас полтора на еще. Спрос! Отказ техники не оправдание. А, здесь... Лучшее оружие у тебя между ушей. Работай! Полигон дайдах, а. Время ирно я. Запуск симулятора. Все вернутся на стартовые позиции. Это все его рука. Я знал, что рано. Эта рука стоит больше, чем все, что здесь есть.
Как там мой мальчик? Набирает обороты. Ладно, работайте. Это отличный солдат. Грустно, когда армия отказывается от таких людей. Прыгай, устрою тебе тур. Джокер, мы везем Митчелла в лабораторию. Подготовь симулятор. Будет сделано, босс. То, что ты видишь, новейшее оружие. У Атласа самая большая армия в мире, но мы не служим никакой стране. Мы не правительство и не скрываем своих возможностей. Мы не политики, мы сила, суперсила для найма. На этих машинах будет чудесно ощущать. Погоди, барда, блядь, он ладом. Сила — это не только разрушение. Атлас создал целую инфраструктуру Кореи, Сьерра-Леона, Нигерии. За несколько лет мы делаем то, на что у властей уходят годы. Суть в том, что часто мы более эффективны, чем те, кто нас нанял. Мой сын в этом убедился. Ладно, уже ничего, панк чудо. Джокер. Дай ему чуть-чуть давала джазм свищем. Зиблиц мало. Митчелл. Знаю, ты здесь не ради денег. В этом ты очень похож на Уилла. Теперь займись рукой. Ладно, сюда. Ага. Идем. Айронсу ты понравился. Джокер де Ильи. Ага. Нангар штурмуша. Мы разработали два типа экзо. Штурмовые и специальные. У каждого есть основные и дополнительные. В штурмовом есть усиление прыжков и пищалки для работы с толпой. В специалисте, что сейчас на тебе, встроен щит, есть функция овердрайва. Техники тебя ждут. Почини эту штуку и иду ко мне. Здравствуйте, Митчелл. Посмотрим, что там с этой рукой. Пожалуйста, подойдите сюда. Пройдите и поместите руку на стол. Не забываем, а? Сейчас прогоню несколько тестов. А чё это? Попробуйте пошевелить рукой, пожалуйста. Действительно, тут мало, я вам. Чикады. А. Чуть-чуть подстроим. Подождите. Хорошо. Ещё раз. Действительно, это не было, я мэля. Чикады. Кажется, я вижу, в чем проблема. Еще раз, пожалуйста. А, иди. Лезгин, качу, мама, давай. Чикады. Ладно, все в порядке. Но я советую еще немного повозиться, чтобы все откалибровать. Атлас Корпорейшн. Где он? Где он? Француз Диег. О, в черве. У него что-то на бахе хомбер. У бедолаг нет ни шанса. А, чале. Чале, не ордюс? Чале. Кашан давара, чале.
башка двар бы да. Я узгоняю не дорога. Әләлі құтышынан кәләді ядында қалып. Снова тут Илона? Илона? Что-то доказать? Илона? Мне стараться незачем. Первое место все равно за мной. Кыз персонаж. Кыз персонаж нейді? Қадым персонаж. Ладно, собирайся. Менің силахым әлбетті ки вал 27 дейін. В твоем экзе установлен овердрайв. Используй его, чтобы получить тактическое превосходство. Окей. Батарея овердрайва садится очень быстро. Используй его с умом. Тамам, кардаш. Когда будешь готов, займи позицию. Начинаю тренировку. Первый раунд. Крутой левел, мы сядем оба. Сейчас вместе ты мог сделать. Теперь метание гранат. Нужно потренироваться с разными типами. Кашенька ста. Босс, мы готовы снова запустить симулятор. Вас понял. Мы с Митчеллом будем через минуту. Хорошо. Возьми гранаты и давай на исходную. Ты можешь переключаться между типами гранат на ходу в зависимости от цели. Включи пульт. Лайзолор. F для включения. Я не думал. А. Кидай сенсорную гранату! Шкирма, э! Да? Выстрели сквозь стену, чтобы поразить те мишени. Переключись на Эми, чтобы уничтожить дроны. Метни смарт-гранату и держи прицел для наведения. Хорошо, повторим, теперь всерьез. Начинаю тренировку по метанию гранат. Сколько гранаты, Митчел? Сенсорную гранату еще раз. Надо, да, был? Его нам сейчас вместе. Пройдем симулятор еще раз. Эй, бег. Демонстрация Экзо Марк 3 начнется через 5 минут. Атриум. Я не знаю.
Ну. Будет наблюдать за тобой. В этот раз веду я. Собирайся. Он и там. А. Слава не хотя и рано. Выбирай свою выгоду. Первый мега замерт. Да, слава буду. Джокер, мы поднимаемся. Переключи симулятор в режим штурма. А, ты... Мы готовы. Угурлар делим. Подготовка режима штурм. Запускаю симулятор. 3, 2, 1. Старт. Я веду. Вот и они. А. Сними их. Сколько овердрайв? Береги. Ну здесь плохо. Массов олды, лучше мы нагетрим. Иду через гостиную. Пич, пролезь в спальне. Бульдог, бульдог, Джордан. Он там, где бы писал? Капитан смотрел. Кайф, я рейбу набрал. Мистер президент, мы здесь, чтобы спасти вас. Ваш идентификационный код. Альфа, Зулу, Танго. Потуш. Код принят. Держитесь за нами. Вперед. Атлас 01. Внимание, вам направляется большой отряд противника. Вас понял, пророк. Все. А, я хочу лофты. Дроны! Дроны! Вот же Эми! Враг прячется за столом! Митчелл, используй штурмовой дрон. Бэбэри. Твой дрон сбит. What? Нет. В зоне чисто. Продолжай движение. Крушители от меня. Сейчас могу засылать. Мы приближаемся к северной подъездной дороге. Нужна немедленная эвакуация. Сила Call of Duty не... Понял, Атлас 01. А 7 не сила, ладно, бегу. Не останавливайтесь. Президента внутрь. Хоть на этот раз не облажайте. Сам здесь сюрприза за дома, конечно, у нас. Ялла, yes. Вот уж, нахшел сами. Ахинами бауламалы, не би, эльна, как мы бауламы, чё? Понял, Атлас 01, высылаю птичку.
Используй щит! На, отшмах себе. Не, не, не неси. Mənim daydayım hələ, Iron Skin daydayım var artıqda. Kim kim məsəl? Iron Skin ayqablarından biləsən. Похоже, теперь у нас есть оператор. Он скоро будет, сэр. Он готов к реальной работе. Ари. Отлично, сынок. Если... Я рад, что ты в Атласе. Миссияны битирдик. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bəyəndinizsə like edin. Kanala abunə olun kim olmayıbsa. Və fikrinizi kommentdə yazın. Sağ olun, görüşərik.